Семена хризантемы обыкновенной девичьей Santana Yellow, Santana Yellow девичек хризантема, высеивают на солнечных, открытых участках на клумбах и рабатках. Нередко их можно увидеть в кашпо и подвесных горшочках. Нежные кремово-желтые цветы станут украшением приусадебной территории. Высота кустика не превышает 25 см, а диаметр соцветия – 2 см. Чтобы растение активно росло для высадки, нужно выбирать открытые солнечные участки и плодородную, умеренно питательную почву. Хризантема порадует своих владельцев длительным цветением, с мая до осенних заморозков. Хризантема девичья Santana Yellow – это однолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Хризантема прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания хризантемы прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает хризантема девичья Santana Yellow в месяцы июль, май, июнь, август, сентябрь, октябрь. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.